Маємо новини із Криму. Вороже Міністерство оборони повідомило про атаку 41 українського безпілотника на Крим. Атака була на нафтобазу у Феодосії, але пишуть, що безпілотники наші були збиті. Роман Григорович, ну, і говорять про те, що ну, це зліта така велика атака. Так пам'ятаємо, ми коли там була кількість 5-7, тепер ми бачимо вже 41. Так скажіть, будь ласка, це ми наростили нові якісь потужності, так? І чи є шанс все-таки проривати репну, тому що ми розуміємо, що там ну, Росія наставила все, чого тільки можна? Это оптимальный вариант для работы. 30-40, ну, до полусотни, от 30 до 50, грубо, летательных аппаратов, которые, уровня беспилотников, которые прорывают систему ПВО противника. Там часть беспилотников идет как фальс-цели, которые специально на себя вытаскивают ракеты зенитно-ракетных комплексов. Часть идет с системой радиоэлектронной борьбы, засвечивая, пытаясь засветить, по крайней мере, ПВО противника. То есть из этих там 3-4-5 десятков только 10-15, может быть, 20% ударных, которые идут на предельно малых высотах, а все остальные их просто прикрывают. То есть это так называемый рой. Из этого роя часть погибает, причем специально. Также ракеты ходят, есть специальные ракеты, которые... ADM-160, вот у нас ракета ходит вместе со скалпами и Storm Shadow, которые на себя берут внимание зенитно-ракетных комплексов. Вот рой беспилотников вот так себя ведет, и это уже реальные показатели нашего производства. Вопрос, за сколько времени этот рой произведен? Если мы производили его полгода, так это мало. Если даже месяц, это тоже мало. Вот примерно 30-40 беспилотников до полусотни надо производить в день и каждую ночь их использовать. Вот тогда будет результат на линии фронта. Пока, ну, посмотрим, как это будет в дальнейшем, то есть динамику дальнейших атак. Ну, а вот это то, что мы сегодня ночью видели, это вот эта оптимальная атака, которую и производство, скорее всего, нашего уже оборонпрома, который, может быть, себя пробует как-то, ну или уже, даст бог, становится на реальные военные рельсы. Но это серьезные деньги, это серьезное производство, то есть до полусотни беспилотников в сутки, это довольно-таки, довольно-таки хороший показатель. Посмотрим, динамика нужна, то есть динамика дальнейших атак. Говоримо про посилення перемовної риторики. Голова Федерального політкомітету «Яблуко» Явлинський підтвердив про те, що він мав зустріч із Путіним, де він сказав про те, що він може виступати перемовником між Україною та Росією. Крім того, пишуть ЗМІ про те, що Росія готова до перемовин із Україною, в тому числі на території Західної країни. І пам'ятаємо ми раніше, як і глава МЗС Угорщини говорив про те, що Будапешт все ще може стати таким посередником між Москвою і Києвом. Романе Григорович, ми бачимо, що ну, посилюється ось ця така перемовна риторика. Як ми маємо тут реагувати? Діло в тому, що нет предмета переговора. Любые переговоры должен быть предмет переговора. А какой сейчас предмет переговоров? Капитуляция України со сдачей території. Ну, это не предмет переговоров для України. А тем более он уголовно наказуем. Причем довольно-таки жесткие статьи с пожизненным, с полной конфискацией. Потому никто на это точно не пойдет. А то, что россияне забрасывают шары, они же не нам их забрасывают. Они их забрасывают нашим партнерам, рассказывают, что они ко всему готовы. Только опять же говорю, что предмета переговоров как такового нет. В Конституции России, мы это уже говорили, в правовом поле Российской Конституции забиты 5 наших областей. Крымская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская. По Конституции Российской Федерации, это земли Российской Федерации. Нельзя с ними вести никаких переговоров, потому что любой контакт с россиянами, даже просто с носителями российского паспорта, это уже косвенная легитимизация этих процессов, то есть в капитуляции Украины с передачей земли, или там можно говорить об аннексии, то есть практически это косвенная аннексия наших территорий, потому так как любой представитель, даже простой россиянин с российским паспортом, он носитель, естественно, частички российской этого правового поля, а в этом правовом поле пять наших областей, земли
наших 5 областей. Потому здесь нет предмета переговоров. Для того, чтобы предмет переговоров был, только возник, им надо сначала привести Конституцию Российской Федерации в стартовое состояние, то есть вывести 5 украинских областей из Конституции. А это уже большая проблема практически, не то что практически, это нереально, так как в Конституции забито россиян, забито уголовное преследование, да, даже за только идею о такого рода действиях. Потому здесь у нас клинч получается. Пока Российская Федерация не будет развалена, нам нет смысла с россиянами даже контачить, не то что о каких-то, мы же не будем сами никаких-то переговоров или каких-то рубежей, а мы же не будем сами себе подтверждать, что мы потеряли территорию. Потому пока россияне не развалятся, с ними нет смысла контачить, а после того, как она развалится, уже не с кем будет контачить. Потому любые идеи переговоров как таковых, это примерно такие же идеи можно поднимать о переговорах с Советским Союзом. Ну а что нет? Поговорить можно, ну давайте поговорим. Явлинский будет представлять Советский Союз на переговорах с Украиной. Ну хорошо, а Советский Союз где? Так нету. Давно уже развалился. А Российская Федерация где? Да нету ее, по большому счету, так как она развалится. Вариантов других просто нет. Потому предмета разговора абсолютно нет никаких. А вот эти забросы это идут нашим партнерам. Непонятно для чего, потому что, ну, в конце концов, любой из наших партнеров, ну, тот, кто в теме, по крайней мере, прекрасно этот вопрос знает. После того, как Путин ввел 5 областей в Конституцию Российской Федерации, он поставил крест на любых переговорах с Украиной. Просто на любых. А любой украинец или сотрудник госаппарата, который поведется на такого рода вообще риторику, он летит сразу по 110-й, по 111-й в контрразведку службы безопасности. Примут, упакуют и больше, дальше будут рассказывать в суде, что он имел в виду. Под 110-ю или под 111-ю. И по одной, и по второй там максимальные пожизненные с полной конфискацией. Поэтому пусть читают Уголовный кодекс, там все написано.